Подвиг и патриотизм ветеранов стали примером для всех нас. День Победы для них не просто праздничная дата, это самый светлый день в году. Ушедшие на фронт совсем юными, они ценой своей жизни как могли приближали этот день. В преддверии праздника Великой Победы была организована встреча с ветеранами войны. Благодаря самоотверженности, отваге и героизме сегодняшние поколения казахстанцев живут в мире и согласии. Они помнят подвиги своих отцов, дедов и прадедов, сложивших головы в одной из самых кровопролитных войн, но остановивших врага. Все меньше остается среди нас участников тех кровопролитных битв, и тем дороже для нас каждый из них. В ходе мероприятия убеленные седыми ветеранами делились с фронтовыми воспоминаниями, пели песни и высказывали пожелания. Наша главная цель, по словам представителей городского совета ветеранов, это оказать особое внимание и уважение ветеранам войны и труда за их героизм и подвиг.